Всех приветствую, подписчиков и подписчиц, зрителей и зрительниц. Сегодня у нас тема сектора газа. Человек под ником Андрюха Подземельный прислал 250 рублей, аж за что ему огромная благодарность. И попросил посмотреть такое видео «Игорь Кущев на могиле Юрия Клинских». Ну, все видели, наверное, 2010 года, если не ошибаюсь, это видео. И там Кущев устроил там... как это даже назвать, не знаю, такое, напился и давай там бить по памятнику. Ну, в общем, давайте посмотрим, друзья. Но Андрюхе Подземельному еще раз спасибо. Напомню, что кто хочет, чтобы я посмотрел его видосик, 100 рублей моя цена, но вот Андрюха прислал больше, спасибо от души еще раз. Присылайте на донат-алерт, ссылочка там будет в описании. Ну и ссылочку кидайте, конечно, желательно, потому что вот Андрюха написал просто название, я нашел его, но бывает такое, что не найти, поэтому желательно ссылочку кидайте, ребята. В общем, погнали смотреть и реагировать. Мое личное отношение к Кущу, ну, скажем так, нейтральное, да, я не испытываю к нему какой-то ненависти там и прочего. Да, у него много каких-то косяков, все мы знаем, да, он пытался там пиариться на секторе газа, вот это вот все. Ну, вот лично я сразу выскажу мнение, чтобы потом там в конце ролика не затягивать. Ну, человек, который просто вот на чужой славе, вот, ну да, поучаствовал он когда-то в секторе газа, да, но сам он как бы, ну, ничего такого не сделал, да, и вот-вот сектор газа это был Юра Хой, да, и все, как бы, что группа кино, Виктор Цой там. Все, это уже как бы без них этого не может быть, да, без их голоса. Ладно, группа кино сейчас там делает, ну, это голос Цоя, да. Также сектор газа без Хоя, это уже не сектор газа, это были уже какие-то копии и прочее. И вот Кущ попытался на этом просто как бы сделать себе имя какое-то. Вот, вот за это его все и тогда хейтили, скажем так. Где-то сжигали майки, я помню, видосы были, что против экс-сектора газа, вот это. И вот, по моему мнению, Кущ вот такой человек, который просто не добился сам в своей сфере как-то, да, чего-то. И вот на вот этом вот до сих пор он живет, вспоминает, как там сектор газа было и все вот это вот. Вот, и, ну, не знаю, у него ли зависть какая-то к Хою или что, вот почему не он, а Хой. Ну, вот это чисто мое видение. Давайте, погнали смотреть. Кстати, памятник старый, смотрите, еще, который был, это второй, или там много их было, кстати, несколько, немного, но несколько, ну, вот это 2010 год, я посмотрел сейчас. А видите, чувак вот справа, да, вот на Буя похож, да, это Буй поди худой еще такой, ну, реально похож прямо на Буя, все в майках таких. Блин, как бы это еще вот в 2010 году все это. Сейчас это называют говноризм, друзья. Ну тут он театр какой-то устраивает, вот этот вот. Тут видит люди, да, вот много людей, и вот он вот это вот, ну, я так думаю, чисто вот мое субъективное мнение, чтобы как бы не оскорблять человека, ничего, ну, мне кажется, он где-то вот подыграть вот это вот на публику, вот как же мы с Юркой, да, хотя они с ним там поссорились и, ну, в конце вроде как помирились, и то это тоже спорное, да, что там приходил Хой, как говорят, верить Кущу, ну, такое себе. Предал группу, блядь. Нет, а чё ему не предъявляли? Вот сейчас он кричит, предали, да? Да он их, получается-то, предал еще, как они, в кавычках предал, да, там, еще тогда, когда в Москву уехали, и с Кущом у него получилось. А чё он при жизни не предъявлял Хою, да? Все молчали, тишина, никого не было. А вот умер Хой, и все такие сразу друзья появились. Что мы теперь, вот с этим я согласен, да, что ничего не сложилось. Именно у тех, кто вот как бы стоял у истоков, что Тупикин, да, что Глухов, ну все они, да, просто тупо без сектора газа ничего не нашли себя потом.
Ну, тут, я говорю, либо напился чересчур уже, что, и либо просто театр такой устраивает. Я с тобой, блядь! Сука, блядь! Вот там по жизни на могиле Хоя вот это все. Там топчат могилы другие, вот недавно сожгли, да, вы видели. Ну как, я думаю, там случайно, может быть, что-то подожгли цветы эти. Да, проходи, братан. Вот реально чувак на буяках. Вот. Ну, сбоку, да, так похож. Вадим Глухов не очень к Кущу относился. Не, парни, на самом деле, это их не дела. Кто знает, что там? Тут знаешь, на самом деле, что там было. Прикиньте, это кладбище, да, друзья? Ну, как бы святое место. Все вот это дела, и вот эти вот все собираются. Ну, как бы неправильно. Мне кажется, надо какое-то место сделать. Ну, опять же, это могила, приходят. Вот и памятник не хотели, да, скорее всего, делать вот из-за вот этого всего. Там что-то было где-то, я помню, с Алисой Скинчевой, что спрашивали вот, Скинчевым вот про это вот знак, что это, ну, типа там поп что-то говорил, что это черт, да, там, дьявол, рога вот эти вот все. И представьте, на кладбище, да, на православном все хой-хой кричат. Вот буй, видите? Пацан на буй похож. Ну, реально похож. Вот, смотрите. Буй же, да? Что-то буй замаскировал. А что с нами будет теперь, блядь? Сука, блядь, я должен, блядь, экстрактор газа, блядь. Нахуй я это должен, блядь. Должен, а ты должен, ты никому ничего не должен, делай свое. Вот они интересные, вот я говорю, это такие люди, которые просто приклеиваются к чужой славе. А потом еще, я что должен? Ну не должен, делай, у тебя школа, проект был или что там. Еще я же должен, да, оставьте вы в покое уже этот сектор газа, делайте свое. Все, нет никакого сектора газа, все, прошло время, остались записи, память, видеосъемка, все. Вот это сектор газа. Он мой друг был. Это был мой друг. Юрка, блядь. Мы с ним спали, блядь. Мы с ним спали на полу, блядь. Когда писали альбом. Ну, он от себя пиарит, я думаю, это все пафос такой, вот этот вот весь. Кто настоящий друг, он никогда не будет ничего, да, что-то расскажет, молча, ну, так вот, спокойно все. А это все пафос вот, это пиар был. Как раз вот те годы он вот этот вот экс-сектор газа, да, все вот это вот. Я не верю лично. Блядь, дурак, блядь. Парень. Давай! Кусь, молодец, Кусь! Давай, Кусь! Вот этим фанатам, да, вот этим фанатам сектора газа, я не понимаю, им все что угодно, вот хоть что, назови сектор газа, и как-то связано две нотки там из сектора газа, все, они почему-то это считают сектором газа или что, я не пойму. А тут Кусь, все, да нету, интересен сектор газа был это, когда Хой был, и все. Я не понимаю, сейчас вот эти нейрокаверы, вот это вот всю хреномудрию, вот это вот они слушают, тащатся там. Это бред полный, всякие роковые годы, копии и прочие вот эти вот. Это абсолютно не сектор газа. Сейчас. И никакой дани, памяти в этом нет. Это просто самопиар, раскручивание. Этих музыкантов никто не слушает, ихнее творчество. Поэтому они начинают делать копии сектора газа. Потому что вот такие вот фанаты, они ничего нового не будут слушать. Они слушают только вот сектор газа, кино и Король и Шут. Все.
Я готов лечь, не вариант. До смерти Хоя ни Куща никто не знал, ни Кима никто не знал, и всех-всех их, ну да, были это музыканты, да музыканты, где-то написано на кассете разворотки. А кто это такие, знать никто не знал. А тут сразу все начали плодиться, как грибы после дождя, вот в начале нулевых. Буду не показывать. Это, по-моему, второй памятник. Сволочь, блядь! Гад, блядь! Тебе там хорошо, блядь, а как нам здесь без тебя? Ну да, очень хорошо Хою там. Если там хорошо, то, пожалуйста, туда, туда. Однако же все борются за жизнь, значит, здесь хорошо. Сука, блядь, раз, блядь, всех придал, да, всех. Давай, ну, давай, давай. Он не хотел. Ну, Кущ устроил просто представление. Попиарится. Да не приехал. Я просто помню его. Блять, как мы снимаешься. А что? Да мы все вспоминаем. Юра, и этот же Кущ потом рассказывал, да, что как у него мать умерла, и Хой, типа, да давай играть, зачем ты домой поедешь, и вот такое, и якобы на этой почве они как бы рассорились. И чё же Кущ до этого? Никакого примирения не было, не слышно его не было. А сейчас все прямо друзья, все. Ну, сейчас, кстати, утихли по этой теме. Первый раз здесь лет. Капец, конечно, на вот этом всем кладбище такое творится, блин, из-за вот могилы Хоя там постоянно. Но набухался сильно, видно, что пьяный. Это Глухов. Вадим Глухов. Вот. Он про Куща не очень отзывался. Закутает и в сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет, и сидит на постели на поле про счастливую ночь. Как гитарист базара нет, он хороший гитарист, все это речи нет, но гитаристов много, да, а Хой один. Поэтому на месте Куща мог быть кто угодно, абсолютно хороший какой-нибудь гитарист. Так и произошло потом, да, когда они в Москву уехали. И ничего не поменялось. Может, где-то даже лучше стало. Потому что Хою проще было. Он говорил, вот я это хочу, это с... делал уже когда. И все. Свет,
прийти сказать тебе нет. И опустится плавно на пол все твое белье. Шум деревьев и ветер ночной стон заглушат твой и мой. И биение сердца пылающего адским огнем. Ты со мною забудь обо всем. Покажется сном, я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет, если ты на постели напомнит про счастливую ночь. Твои бедра сияние луны. Нет. Ну все, друзья, посмотрели видео, делайте выводы. Я что хотел, сказал. Все, присылайте свои видосы на обзорчик. Все, всем пока, ахой.